Всем привет, с вами Ирина. Очень многие просили показать меня вот эту нашу цветущую максиллярию, показать ее поближе, как же растение вообще выглядит, какие у него цветочки, и несколько слов рассказать про это растение. Растением я очень довольна. И даже несмотря на то, что растение также перенесло транспортировку, да, но оно пришло в целости и сохранности. Все было на месте, все цветочки, все бутончики, все абсолютно ничего нигде не пострадало. Листики у нас очень тоненькие. То есть, если на фото это не видно, то я вам хочу просто показать, чтобы вы имели представление, что это очень-очень тоненькие листики. Да? Бульбочки, которые у нас растут вверх. И от этих бульбочек, вот на таких вот ростиках, у нас распускаются цветочки. Цветочки очень красивые, они не есть крупные. Я также вам сейчас покажу для сравнения на фоне руки. Вот, мы видим, что цветочки у нас не крупные, можно сказать, даже маленькие, но они очень интересные, и они действительно пахнут кокосом. Такой вот легкий аромат улавливается, кокосовый. Очень красивый. Вот эта вот пятнистая губка такая. Ну, мне очень нравится это растение. Невероятно красивое. Что вот такая вот красота пришла в целости и сохранности. Цветков достаточно много. Сейчас уже пораспускались бутончики, оно еще, растение пришло еще с бутонами. И сейчас только вот начало полностью раскрываться. Некоторые цветочки, конечно же, уже вот у нас отцветают. Но в большинстве растения как раз таки вот в цвету. Так что вот такая вот красота пришла. Она посажена в очень-очень мелкую кору, но там еще в горшке есть мох. И это все притрушено вот такой вот мелкой-мелкой корой. Так что показала я вам свою максиллярию. Очень красивое растение. Невероятно. И я хочу вам еще сказать, что если бы мой муж не сфотографировал мне вот это цветущее растение, возможно, я бы его и не купила. Так что можно сказать, что муж виновник вот этой покупки. Ну, как бы не виновник, я не хочу ни в коем случае абсолютно его обвинять. Нет, ну вот он просто, когда был в теплице, он сфотографировал и прислал мне несколько фото цветущих растений. И в частности, вот эту вот максиллярию, которую нам и положили в посылочку. Так что вот такая вот красивая орхидеюшка, очень красивая, она мне очень нравится, такая, скажем так, интересное растение, очень даже интересно. Каждое растение по-своему очень интересно. Я не знаю, смогу ли я вам передать на видео вот эту всю красоту, но растение очень красивое, вот эти вот лепесточки, губка нижняя, ну очень-очень красивое растение, невероятно. Так что вот такая вот красота живет у меня. Ну, а я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам было полезно это видео, потому что очень многие просили показать это растение. Ну, спасибо всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.